живет отдельно от матери со своей женой Ольгой. Старшая дочь Лиза недавно переехала в соседний город, где снимает квартиру вместе со своим женихом и ждет рождения ребенка. Младшая Ася живет с матерью, она начинающий предприниматель. В тот день Мария вместе с сыном возвращались со сделки по продаже трехкомнатной квартиры, доставшейся ей по наследству от матери. Мы с Лизонькой решили так. Сейчас все деньги им. А потом, постепенно, они с Колей тебе...